Ну, я понимаю, что ты лагаешь жестко. Но я просто не контролирую это. Сегодня именно. Вчера нормально было, сегодня так. А через телефон, если попробовать? Нет, нет возможности. Пока? Ой, да, еще вечером, может быть, отлагаю. Ну, да, я думаю, за часик снесем, за полтора. Ну давай, удачи, надеюсь, на лары тебе упадет тогда. Да какой там, я даже не надеюсь уже. Короче, молюсь за тебя, все, давай. Давай, спасибо. Поснимай моты, пускай люди общаются. Давайте, народ, только без оскорблений, без всякого. Раз, два, три, четыре, я могу говорить, ура. Да, сейчас еще включат. Всем голос. Это просто канал такой, можем каналом выше подняться, и нам слышно будет. Короче, всех суманули, там чекни на АФК. Да, хорошо, так, кик, будем фигово, что минусвар. Ну ладно, фиров у нас и так хватит. А, хорошо, народ, сразу говорю, кто ролит на офспек, пишите в канал Roll об этом, буду смотреть именно там. А, также касается, если вы хотите на магике ролить, там, к примеру, на танка, а на гроле вы хотите ролить на килла, то также пишите, типа, магик ролю на танка. Грул ролю на хила. Но короли это тот же самый грул. Это один и тот же инст. То есть вы на каждого босса не можете ролить там на три спека разных. То есть на один инст выбираете себе спек и туда пишите. Ну все по стандарту. Также имеется у меня один анрол на вара. То есть ну все по стандарту. Ничего никогда не меняется. Суммоним. По бафам сейчас все назначу. Паладин первая пати. Он пока не зашел. Будет раздавать всем каски. Вторая пати раздает всем кулаки. И третья пати паладин раздает всем кресты. Так, ДЦ. Точнее, шаманы. Наши шаманы. У вас, может, у кого-то есть спек ДД, РДД, Велима, Энха? Текс. Угу. Ок, буду иметь в виду. Так, я релогнусь фастом. Будем потихоньку сносить. Пускай в три шамана идут. Хотя нет. Холи пол нужен. Давай спекайся, наверное, Велиму. Антиапа. А ты у нас холика спекайся. И состав хилов, я считаю, у нас хороший. По кубам назначу, когда уже подойдем к боссу. Чуток по тактике на трэше. Смотрите, тот же они дают эти мобы прокаст. Камнепад. С него надо выходить в обязательном порядке. Не пулять раньше времени, ДК. Не было команды, вернись обратно. Спасибо. А, они дают прокаст. То есть, также надо... Первая пати сбивает, получается, черепу каст. Вторая пати сбивает луне каст. Третья пати сбивает, получается, треугольнику каст. Каст вы сбиваете, получается, не палец, а этот... скажите, я вам скажу, как оно называется. Ё-моё. Залп, да, залп, спасибо. А ты первый раз релишь? Не. Ну тут самое главное в огне не стоять. Сверху такие камни огненные падать будут. В них главное не стоять. И все, я зима. Это уже сказал. Также сбивать косты. Я не первый раз релю, просто сейчас чуток еще по телефону писался. А, так, хорошо. Танк, да тут речь тоже. Я понимаю. Но при этом я хочу идти без вайпа, без всяких потерь и тому подобное. Поэтому попрошу делать то, что я прошу. Нет, буду наказывать, буду мучить, если кто-то будет флут создавать. Так что давайте адекватненько, спокойненько мы все сносим по бафам. Первая пати пал, если ты зашел, ты раздаешь всем казочки. Да, ДК, что такое?
Засмоньте, пожалуйста. Человека. Сейчас меточки на танков кину. Блин, я что знаю, как печали. Вроде уже всем включен голос. А, все, спасибо. Давайте только без лишнего флуда. Так, хорошо. Чек на пап на пол. Поднимаем этот трэш повыше к нам. Также по пати я уже назнал. Начал, кто сбивает косты. Только этот метки на танках не поставил. Да, сейчас поставлю секундочку. Блин, это мне вар, это протовар пугает. Сокеты на мастерство. Сколько у тебя протовар мастерства? Просто жесть какая-то. Давайте разобьем мобов, пожалуйста. М? Давайте, пожалуйста, мобов разъебем. Да, сейчас. Не спешите. Не знаю, буду что-то вар, наверное, тебя буду менять, потому что, ну, реально это стрёмно. В таком гире ты не оттанчишь. А, поехали пока. Я не знаю, ну... Просто сложит, банально. А что, третьего нет? Так. Есть. Ну, пать. Короля подержит спокойно. Это да. Но. Главное, чтобы его не пробивало сильно. Так, по правой стороне у нас поднимается моб. Кидая на него череп и садится на него четвертая пати сбивать косты. Дека можете сразу подтянуть. Череп по правой стороне у нас идет. Пошел в РДД зону. Красавчики. ДК. Супер. Ем. Не, танку надо мастерство. Понятное дело. Просто 90% сокетов на мастерство. Ну, блин, такое. По правой, ну, по левой стороне идем. А, ладно, пошлите по правой, раз пошли по правой. Хорошо. Первая пати звездочки сбивает косты, вторая пати сбивает луне косты. И третья пати сбивает, получается, треугольнику косты. А, смотря на какого танка. Вообще, по факту, 56. Насколько я... С камнепада, милизона вся вышла. Выходим с милизона, с камнепада. Также выводим трэш. Сзади нас моб появился. Череп. Сбиваем косты, четвертая пати ему. Кто умер, покидает тело, сразу же в инст. Но многие бегают с 26. Про танка, если кому интересно, могу подробно рассказать. А после рейда? После рейда. Все эти обсуждения и тому подобное. Служи выходим, с камнепада точнее. В нем не застаиваемся. Не получаем лишний урон. Кто умер, покидает тело, сразу же мы поднимаемся. Первая пати садится у нас на треугольник. Избивает ему косты. Да. Коп умеешь жать? Ты у нас не слышишь? Или так и будешь повторять один и тот же вопрос? Первая пати на череп, вторая на треугольник. Третья садится на ромб.
Да не, он решил типа повыеживаться походу. Кто, вард? Но. Просто на смотри, дал ответ ему, он снова задает тот же вопрос. И не то, что это авто, типа, ну, случайный спам. Именно так целенаправленно. Так, сейчас будет подниматься трэш по правой стороне, дальше не заходим. РДД зона, смотрите за камнепадом, также мили зона. А у тебя у самого какие танки есть, РЛ? У меня, честно, сейчас уже никаких. На X4 на этом серве. На этом серве никаких. Был Proto Arms и все. Брат X2, X3 еще на тот момент. Ну да, там паладин, ДК, медведь. Ну и одно время вар. Ну там, скорее без сходности из-за того, что Т4 надо было. Прок Т4 для Зуламана. Так, паладины, также все по бафам раздаем. Репку бы. Ну чего нету, того нету, если честно. Могу купить. У кого есть, куплю. Что-что? Забыл. О, поставили. Спасибо тебе, добрый человек. Хорошо, кто умеет на кубах? Протовар, умеешь на кубах стоять? Хорошо. Так. Так. Ну, микрофон тебе надо включить. У кого? Ну, у Варова этого, он говорить не может. Это Протовар, да. Говори сейчас или что? Не-не-не-не-не, и он не может говорить. Там, видишь, не у всех включен микрофон. Да, некоторые просто выключенными сидят, да и все. А каждого чекать, ну, такой себе вариант. Ну, мы хуй знает, какой у него ник там. Ну вот. Когда знаешь, по игре, вот, к примеру, как у тебя, или у кого там был игровой ник. И раз, типа, и сразу нашел, да включил микрофон. Ай, ладно. Такс. А, хорошо, еще 3 куба плюсики ставим. Кто умеет стоять на кубах, плюсуем. Нет, тебя нет, ты у нас мейн танк. Еще 3 куба, так. Олег, Олежка. Олег, хорошо. Еще 2. Не надо. ДК, я в твоих способностях не сомневаюсь, но, знаешь, не хочу рисковать. Просто ты так подворачивать тогда будешь на прожатие куба. Что у нас... Да, не надо этого. Может не попасть человек из-за того, что хвост бьет прямо по кубу. Уже такое было. Круши морик. Где-то у нас круши морик, круши. Какой патит? А, я тебе и так поставил. Так, хорошо, еще один плюсик на купы. Один человек. Давайте, ребят, мне ваш ДПС здесь не важен, понимаю. На груле по ДПС накрутим свои эти. Вон бриз третий ебать. Да я все уже его закинул, хорошо. Так, сейчас раскидаю, кто как становится, кто на какие меточки и тому подобное. И кто будет как сбивать косты? Кубы как мы ждем, пока я раскидываю меточки. Нажали правой кнопкой и ждем до конца прокаста. На втором кубе мы даем геру, на втором прожатии даем и геру. Кто может там за 15 секунд там кубы эти подспелить, потому что у меня ДБМ что-то уже обновлял, качал новый. Нахер мне шлет. Так, ладно, я на череп
Так, ты у нас становишься на... Ну, крестик. Вар становится у нас на треугольник. Олег становится у нас на луну. И ты становится у нас на квадрат. Хорошо. А, так, квадрат плюс на понимание, где ты стоишь. В квадрате стою. Хорошо, замечательно. Так, я шамана назначал. Назначал, это ты у нас... Ладно. А, луна плюс фрейд на понимание, где ты стоишь. Кто-кто? Луна плюс фрейд на понимание, где сейчас ты стоишь. Хорошо. Хорошо, замечательно. Так, треугольник на понимание, плюс фрейд, где ты стоишь. Хорошо. Хорошо, замечательно, прям суперски. Так, и остается у нас, получается, один крест, который стоит у нас на крестике. Так. Антиапа, команд которой... Он тебя на понимание. Хорошо, замечательно. Супер. Так, давайте. По поводу, кто как сбивает косты. Комбо трога. Видишь вот этот вот моб, который стоит в черепе? Ты сбиваешь ему каст. Не палец, а, блядь, постоянно забываю, как оно. Залп. Залп, во, спасибо. Постоянно. Я не знаю, почему это залп запомнил. Бывает. Хорошо, так. ДК-танк. Мейн-танк, ДКшник, ты у нас сбиваешь каст, получается, треугольнику. Тоже залп. А, текс. Протовар. Ты сбиваешь, получается, касты квадратику, где моб стоит. Просто запоминайте его цель, видите, что он кастует залп, сбили каст. Ничего сложного нету. Дека, Дека, ты меня слышишь? Хорошо, ты сбиваешь каст моба, который стоит на крестике. Запоминаешь его цель, видишь, что он кастует залп, сбиваешь каст. В обязательном порядке. Дальше, дальше, дальше. Там все-таки заберу. Дальше, луна, луну. Сбивает каст у нас, получается, Олег. Слышишь меня, Олежка? Да-да-да. Замечательно. Сбиваешь, запоминаешь цель, и там, где моб в луне стоит, сбиваешь ему каст. В обязательном порядке. Также, ДК. Посмотрите, кто в каком пати находится. Посмотрите, гляньте. Потому что буду говорить, ДК, первая пати дает стадо. ДК, вторая пати дает стадо. Именно по пати я буду называть. Олег, ты будешь у нас относиться к пятому пати. Окей. Хорошо, замечательно. По поводу Фира, то же самое говорю. Фир, первая пати дает. Значит, первая пати дает Фир я. Вторая пати дает, получается, Вар. Третья пати дает Прист. Четвертая пати дает Лок. Лок. Пятая пати дает Прист. Прист четвертого пати, ты меня слышишь? Поставь плюсик, если да. Замечательно. Ты будешь на сейфе, если кто-то не даст, я скажу, четвертая пати приз, давай эфир. Все, и мы на изи сносим этого босса. Дальше, по поводу того, как мы начинаем пить этот трэш. Все становимся в одну меточку, вот, к примеру, в череп. Мы уже с фулл бафами, да, тут. Все становимся здесь. Ждем, пока весь трэш подбегает. Хант и двороги дают на пулу наших танков, наши танки. Это БДКшник. БДКшник, так. Вот. На тебе меточка есть или я снял ее случайно? Да, снял. Это печенька. И это треугольник. А, это у нас анхоли ДК. Ну ладно. Ну и все в целом. Чек на пул, на баф, на готовность. Ну, изи босс, фастом снос. Раздрол, как всегда, по времени будет. Ну, все стандарт. Все давайте забегаем в одну меточку. Бьем метку, которую я назначаю. Это у нас будет череп.
В обязательном порядке все играем по магам. По призываемым элементалям мы их просто фиряем, баним, может даже не баним, просто фиряем. На фиров хватит и стада нам хватит. Все, последний чек на баф на пул. Быстренько собрались, быстренько убили и разбежались. Все, все готовы, танки давайте, поехали, все ждем, пока все мобы сбегутся. Никто не начинает бить, никто не начинает кастовать. Дайте танкам набить агро, пожалуйста. Все, поехали, дамажим. Касты сбиваем. Через череп. Первая пати дай... А, я же точно. Чик, хорошо. Первая пати ДК дай стада под кат рун. Замечательно. Играем все через череп. Залп, сбиваем касты. Залп, сбиваем касты. Третья пати... Тифир, да, третья пати сейчас фир дай. Второе пати эфир. Второе пати эфир. Второе пати стада. Давайте играем по черепу, играем через багов. Четвертое пати эфир, прист. Замечательно, супер, прям молодец. Все. Да, и четвертая пати ДК стада. Пускай они бегают. Они все равно сейчас пропадут. Да похеру, хотите бейте, хотите не бейте. Они сейчас пропадут. У нас еще 40 секунд. Мы идеально идем. Так, на пол у нас идет на печеньку. Все остальные стали на свои места. Так, ладно, я сейчас вар оденусь танка. Чтоб поживее быть. Не забываем в обязательном порядке прохиливать кубы. Это наша главная задача. Кто может там за 15 секунд там написать в рейд или... дать анонс Дисе? А что за это? Мешок будет с камнями? Ничего не будет, просто будем без вайпов идти. Хотя бы плюс 5 кровы. Нет, вообще ничего не будет. Так мотивации нет никакой. Мотивация, чтоб не вайпаться. Единственная. Так, давайте, кубы поднялись на платформы. И ждем. Выберите босса в обязательной цели. О, 20 секунд, замечательно, спасибо. Босса выберите в таргет и смотрите, когда он начинает каст, тогда нажимаете только куб. Ждем. 15 секунд. Сделаю потише, да, я это снесу. Спасибо. 9 секунд. Готовимся к кубе. Кубы. Блять. Нажали, нажали, нажали. Хорошо. Все хорошо. Прохил кубов. Всё. Отпускайте. Мой за тупик. Вот говорю ж, ДПМ у меня хуй. не лучшего качества, да? Да. Главное на платформу. Не поднимайтесь. Не поднимайтесь, не ловите дебаф. Вернись, пожалуйста, протобарное свое место к кубу. Никто не бегает, просто стойте около кубов. Кто на кубах, ваша основная задача просто стоять и нажимать на кнопочку. А ваш дамаг, ну такое, у нас есть люди, которые по ДПСят. Тэкс. После откидывания поднимаемся на платформы. Встали на платформы. Гера пошла, нажали, нажали, нажали. Гера, Гера. Дамажим. Прохил кубы. Никто не отпускает. Хорошо. Замечательно. Ой.
Бар. Знаешь, я, может, и добренький, но ты сейчас поймал дебаф. Если б споймал сейчас дебаф, то у меня нахер вылетел с рейда. А теперь становись на свою позицию, кубы готовимся. Так, заменяем треугольник. Один человек на треугольник, кто может подстраховать. А что случилось? А я его буду кикать. Есть. Нажали кубы, нажали кубы. Держим. Ну, он неадекватно ведет. А что он сделал? Ну, во-первых, подошел на мой куб и начал нажимать, и треугольник оставил свободным. А-а-а, хуё. Эрдру, стой дальше на том же кубе, пожалуйста. Проходит, тут 4 хила спокойно справятся с этим. Страхуй, братуху. Да, то у нас человек, видно, неадекватный. Так, кубы. Нормально, дебафа нету, нету. Сколько там до кубов? 20, наверное. Нажали, нажали, нажали. Шо? Блять. С этим ДБМом я манал все это. Эрдру, треугольник, пожалуйста, страхуй. Эрдру тут стоит между черепом и квадратом. Он только что перешел. Он в тот раз нажал треугольник. Но у нас все равно еще секунд 30 будет до кубов. Еще потолок падать будет, все собьется. А, ДК полинкует тоже снова. Насчет кубов, потому что я не знаю, с моим ДБМ я манал все это. Так, давайте поднимаемся на платформы после откидывания. Поднялись. Ждем. Нажали кубы. Крест нажмите, кто-нибудь, крест! Хорошо. Ух, держи. Ебануться надо. Танк, ты супер просто. Все отошли. Крест. Что у нас с Христом? Причина, почему ты не смог нажать. У тебя может дебаф, все под стеночку стали. Под стеночку падает потолок. Мастер аура дайте. Сэф обилочки свои тоже поддавайте. Бля, танк, ты просто ДК, супер. Молодец. Так, сколько там... А, ну все сбилось. Смотрите, чтоб на вас дебафа не было. После откидывания поднимаемся на платформу. Там кто умер, стоял где-то на каком-то кубе? Угу. Кто? Паладин? Не, не стоял, я палат не ставил. Кубы готовимся пока. Просто стоим на позиции. Нажали, 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 хорошо. Супер, держим. Шаман, а... Чё ты сейчас отпустил сразу? Ну что, обжёгся? А, это ты такая? Ладно, тогда. Ну ладно, все равно. Кубы остаемся также на своих позициях, на всякий случай. На всякий случай мы стоим еще на своих позициях.
20 секунд. Будет еще, ну. Да, будет. Давайте поднялись. После откидывания сразу на платформу. Встали на платформу. Нажали кубы, нажали, нажали. Хорошо, держим, не отпускаем. Все, добиваем. Так, сумку на 20 ячеек ролем, остальное по времени. О, пояс. Есть, такое бывает. Ебаный свет, я не с теми тринками бил нахуй. С перепишными тринками стою, ебаный. О, шинка, здорово. Здорово, здорово. А, чё, как это? 74. Да хуёво, ебашу сейчас как бессмертный. Может, зачем бежать? Подождите, может, маг поставит портал, да и все, чё мы бегаем? Конечно, на работе идёшь ещё, ебать, надо сезон отбить, надо домой ехать. Вар, ты мне уже можешь ливать, но забирай свою сумку, я тебе ищу замену. Ну ты вообще Вару унизил прям, я ебу. Чё, думаешь, он не затанчил бы? Народ, я скажу так, я не хочу идти не с адекватными, которые начинают заниматься хернёй. Ну, я просто не видел, что он там делал. Ну, во-первых, мы из-за него могли банально вайпнуться, нас просто подстраховал друид, он успел нажать. Потому что вар кружился и туда-сюда бегал. Дальше, сами видите, как он выражается и не может себя вести адекватно и выполнять то, что просит его задачу Ирейла. Ну, вот и вся причина. Я лучше пойду с людьми адекватными, которые, ну, получат свой лут и разойдутся радостно, чем, блядь, идти с какой-то быдлой. Да я спокоен. Я ж ничего плохого не сказал, его не оскорблял. Просто если человек ведет себя так, то я не вижу смысла с ним идти дальше. Там, кстати, вообще про паладина забыли везде. Никто даже не лез. Станет. На то он и паладин. В ЦЛК хожу один. Угу. Дистекс. Я сейчас доберу. Если что, у меня есть кого спекнуть. То есть, ну, это не проблема. Куда большая проблема, это когда мы вайпаемся из-за какого-то... Из-за какой-то личности. Из-за какого-то пидора. Не, ну, зачем оскорблять? Ну, как бы это так. В жизни, ну, в жизни можно по-другому поговорить. В игре что? Что ты сделаешь? Ну, нихуя ты не сделаешь. Ну, пидором-то все равно кого-то можно назвать. Ну, это единственное. Это единственное. А то игровой момент пропадает. Сидишь такой, скучаешь. Ну вот, если он вычислит мое IP, блин, я так буду рад этому. Да чё вычислять, если ты тут можешь услышать. Страна Украина, город Киев. Улица, так, Лукьяновская, улица называется Отто Шмидта 26Б. А ты я это, жду. На циркуле не играл в РЛ? Играл. На X5? Да. Ну ты Олега-то по-любому знаешь, да, Ренивала? А я даже не помню, я там играл, наверное, лет года 3 назад. А на X1 циркуль? Не, только на X5. Сейчас я приду. Засуманьте меня, пожалуйста. Тогда уже можно, ну, когда человек перед тобой стоит, можно поговорить. А то там... А если человек не... Если человек не настроен говорить, если он будет сразу бить... Будет круто.
Главное, чтобы этим человеком был не я. Остальное нормально. Тогда можно поговорить. Ладно, я сейчас подойду, секундочку. Да, я тут с вами. Я по-любому спамит там на меня, что я ему так кидала. Ну или так рассказывает кому-то. Спросите у своей гильдии, пожалуйста. Может, кто-то из ДД хочет пойти с нами за компанию. Да тяжело сейчас будет добрать, так как все сразу проносят 2 инста. Mm. Ну, да мы понимаю, их 24 можем убить. Да, это, ну, нет проблем. У меня обычно королей 25 убиваем. И почему-то на груля всегда кто-нибудь офнится. Одно серьезно, вот королей убили, и все, один человек стабильно отваливается. Почему, я не знаю. Ну, шуму какая шмотка нужна с королей, а с остальных не надо. Так нет, не один и тот же, понимаешь, человек, а постоянно, типа, разные. Это уже, наверное, КД 6. У меня отваливается постоянно на, ну, на груля один человек. Блин, ну поясок крутой, конечно, крутой. Единственный минус, что он без РПБ. Ой, без криты. Блин, надо переодеться. Это Мартус. Давайте летим, суммоним Лока и суммоним каждое свое пати. А, кстати, надо его в ЧС добавить. Больше не попадался. Чё, Рога, давай я тебя провогоню. Да, можно. А, не, у меня аж два персонажа. Ты, короче, его вогонь, а голду мне, короче. Ну, так и порешили, да? Цену в ПМ. А ты покупал раньше Т4? Мне 40 ракет предлагали. 40 ракет — это фигня. Это реально фигня. Тебе за 40 здесь никто не продает. Есть ты, минимум цена. Да, минимум цена идет 70-80 на этом сервере. За Т4. Да за 20к продают тут, блядь. Кто? Я сам да, к нему обращусь. Ну это не, за... не в каждом рейде, типа, но такое бывает. За 20-кой я соглашусь. Пацаны рассказывают. Ну, не, 40 ракет средняя цена. 80 не, слишком. Там идет, смотрите, как. Если ты попадаешь в рейд, типа, и человеку что-то не выпало, и он начинает продавать, это одно. А когда именно целенаправленно, ты идешь за определенным токеном или за определенными двумя токенами, то есть занимаешь место, то оно куда дороже выходит. То есть вам тупо повезло на те моменты, то, что люди так продают. А так, у кого я не спрашивал, все за 70, 80, 90, там даже за 120, блядь, продавали гребаный груда. Да сейчас тут нет Т5, и печенек еще на Т4. Не, так вот именно. Если сравнивать на X2, то я там вообще могу. Я не знаю, там даже за 2к не продают эти Т4. Они реально бесполезные уже. Уже цены пошли на Т4, ой, на Т5 от 50к. То есть, ну, я еще помню, за 120 покупал. В тот момент, когда слилось X3 с X2. То есть, ну, реально дорого, дорого стоит. Там, давайте пульнем оба. Сейчас всех засумоним, мы пойдем. Все тут уже.
Это уже жетоны ввели, а на тот момент еще не было. Так, первая пати сбивает, получается, косты к крестику. Вторая пати сбивает черепу косты. Давайте, поехали. А все остальные играют, получается, по... Пускай ромбику. Ну, забери, пожалуйста, ТК. Спасибо. Крестика тоже. Ой, череп, смотри. Все хорошо. Так. Так, кто у нас может танка? Поставьте, пожалуйста, плюсик мне на понимание. Дека. Ого, сколько у тебя танк? 230-й? Угу. А, так, кто еще может? Захилился на фул моб. А, сбивайте косты. Не просто так же назначил сбивать косты. Так, мне сейчас пишет еще один ДКшник. Делаем вывод. Или я пробую так с вами убить. У нас 4 танка выйти должно. А не 3 танка выходит. 2 ДК, 3 ДК. У кого-нибудь есть еще спех в танках? Паладины. А, еще ты. А кто еще у нас может в танках? Раз. Два. Три. Знаешь, я понимаю, что здесь 3 танка надо, но я также понимаю, что если поставить 4, то мы на королях вайпаться не будем. Я все это прекрасно понимаю и также понимаю, как сделать так, чтобы мы не вайпались. Ты двоих отанчишь, точно, ДК? Играем все через черепок. Элем. Ну тогда. Да, пока РЛ говорит, то бафаемся. Так, хорошо, так, тух. Стоп, я крестик скинул. Ромб. Хорошо, смотрите. По поводу танков, садитесь пока рыбку кушайте, спекаемся так. Токит. Ты становишься у нас, получается, на треугольник и луну. Токит, слышишь меня? Поставь плюсик про это, если понял, на ком ты. Токит. Тойтик, блять. Да. Ты танчишь, получается, в кресте. Треугольник и луну. Так, и... Кто у нас там? Дека. Что-то знакомое, не могу вспомнить, откуда его. Ты танчишь короля в квадрате. Первым делом мы все играем, получается, в череп. Также, Лок, твоя задача это банить, приручать и ферять. Все.
А, Холи пал. Так, шаман, который у нас в Элимач, третья пати спекался. Спекайся в хиланы этого босса. Или какое-то там второе пати. Спекнись на этого босса в хила. Дам ДПСа и так хватит с головой. В основном твоя задача прохиливать, получается, танка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Стоите-ка. То есть фулл стопом его захил. А остальные хилы садится у нас Колипал в обязательном порядке на ДК на печеньку, на главного нашего танка. Частица на нем должна 1000% висеть. Ну и на второго можешь танка. Остальные хилы также прохиливаем. Все то же самое. Так, шаман. Цех ждем. Ты тоже постоянно вот сиди на, нашей печеньке. Постоянно давай прокаст на него. Держи на фулл хп. Все, чек на баф, на пол. На пол у нас идет печеньку, играем все в череп, дается гера, заливаем. Никто не идет пока, стоп. Все, все готовы, танки пошли. Танки пошли, расхватываем. Стойте. А, крестику подбеги поближе. Тотик, поближе к крестику. Хорошо. Давайте, танки пошли, никто не бьет. Дайте развести танком. Дайте поставить. Забирай короля. Гера пошла, поехали по черепу. Диспейл, мазь, диспейл по рейду. Кого завцевало и т.д. Лягушки. Прохиливаем нашего ДКшника. Поехали по черепу. Собаку забаните или приручите локи, что вы там умеете. Хорошо, бан есть. Прохил ДК на фул постоянно, пожалуйста. Держите его. Не забываем, что надо прохиливать и теки. Забаньте собаку, пошла в РДД зону. Изгнание нежити. Киньте на эту собаку, которая вышла. Если работает. О, фир пошел. Хорошо. ДК прохил. ДК БР, да, быстренько. Эрдру дает БР по ДК. ДК вставай. Прохил по ДК. Мага забери на себя. Так, хорошо. А, по кошаку дает сова БР. Художественно. Превратили. Все, превратили. Играем мага. По ДК дайте БР еще один. Третий БР должен быть. Олег, держи на себе крестик, пока зеленку прожми. Король пошел по рейду, да? Короля забери на себя, получается, дека. Или как там твой ник? Детки, дали БР по основному танку. По основному танку дайте БР. А, сразу лок на него СС кидает. Короля забирай на себя и бей. А, все хорошо, все замечательно стоим. Нормально. На фул его захиливаем, нашего ДКшника. На фул ли держим. На каждый фракаст. Раз, два, три. Ну, нормально убили. Главное, ДКшника, не потеряйте этого. Нашего. ДК, там купол, ты же у нас анхолик над собой поставь, чтоб меньше урона магического заходило. Маг там щит может с него своровать, если еще не украл. И что вы там делаете? Блин, ну плечи, конечно, на варань хер упадут. Да упадут, ебать. Так, не. Мне на той неделе повезло, я все 4 токена за один день увидел. И все. Посмотрел и хорошо. И самое прикольное, забрал, получается, друид 2 токена с одного инста. Как раз с этого. Так, хорошо. По шаману играйте по луне. А с того щит снимите. Ну, ты там был? Нет.
Я посмотрел на них, ну что поделать. Ну, он вроде радостный, все, 4 себе куска дособирал. Ну, он ко мне часто в рейды попадает, этот друид. Не знаю почему. Я так и понял. Под домом. Я-то думал, что там эта старенькая бэха стоит и выкуривает. Я-то думал, там наркоманы в ней сидят, а это все-таки он меня караулит. Сейчас моб забагается. Танка апельсинчики невозможно хилить. Нормально, там может приподняться, он просто за колонну мог стать. Типа за дерево, вот эти деревянные. РДД, переключайтесь, короля. Мерики также бьют. РДД, все переключились, короля. Да лучше эту кеглю ебаную добить, он заебал откидывает. Так, мерики добьют его сами кливом. Переключите все РДД зонов, короля. Спасибо за понимание, что вы услышали меня. Мерики продолжают бить треугольник. Там же оставалось 2% хп, я ж не просто так говорю. Может быть, кому инер? Зачем? Хочешь ману в гадюку врубай? Ну да. Дают, бери, бьют, беги. Ого. Все, кому не жалко. Сейчас просто еще гимноману тебе дадут. Так, Red Repel, второе пати, иди на ромбик становись, а то сейчас у меня вся РДД зона по мане сядет. Спасибо тебе, Ретрик, что услышал меня. А, да пускай Ретрик бьет, какая разница. Да он зеленого покидай на хил, накручивай себе хпс. Отойди, Ретрик. Супер, молодец. Прям под бурск, главное. Все, мирики, добивайте и переключайтесь. Это нормально? Это нормально. Понимаю.
Это ты Full Т4, да? Не. Ну, с двумя Т4. Да. Так, вроде две берутся кошаку или нет? А не, четыре. Четыре? Угу. Следующий полетел. Только... Мири, просто... зона отошла. Ну. Голову нахуй забирают и ставят плечи с грудаком. Ну типа башка с мастерством нахуй не нужна там. Лучше с этого за ОД. Ну да, с РПБ, которая. Да, да, да. Так, все-таки 4, да? Ты 4. Да, да. Я просто много с кем общался, но я особо не понимаю бонуса типа скачок. Ну блин, скачок, ну нахер он нужен, когда ты и так за боссом стоишь. А Т9, ну по мне достаточно неплохой бонус дает. Там на 4 секунды увеличивает, да? Разорвать вроде, да. Ну. Да. Мелизона отошла. Ну то есть это достаточно охуенно. А Т9 идет с РПБ? Смотри какие. Там же надо смотреть, там тоже есть РПБ на шмотках. То есть там штаны вроде с РПБ и плечи с РПБ. А у кошака какую шмотку не возьми, у нее все с РПБ, просто все идет. Ну типа да, у меня сейчас только ноги и руки. Но хочу, я не тоже с РПБ. Угу. Хочу в рудах с РПБ, у меня кап будет. 100%. А вот это круто, вот это поздравляю. Это реально весомо. Ну только он не упал сегодня, но похуй. А, кстати, да. Но... Видишь как. Ну, сейчас посмотри, и плечи не упадут. Затащили нам мне бизона, давайте добиваем. Дресните, пожалуйста, меня. Ну, вот видите, не упали. Че, упали плечи? Нет. Я же говорил, упадут. А, я говорил, не упадут. А, я же говорил, упадут. Не, я говорил, не упадут. Да, чёшка, конечно, не упал. Получается, я наебал. Да, все, хабс, да. Ты мне должен деньги. Этим ролить. Лестница, лестница, пожалуйста, я там вообще далеко, короче, улетел, нахуй. О, спасибо. Сегодня одни и те же токены падают, я посмотрел. Вот реально, самые редкие токены, которые я видел, первый раз вижу на самом деле их. Да. Реально, я за все это время, сколько в Кару хожу, сколько магии Грул хожу, первый раз вижу их. Первая пати садится у меня, получается, на крестик сбивать косты. Вот реально, первый раз я их вижу. Ну, штаны мне по факту нахер не нужны. Еще одна КД впустую в стратах. Может, топор хотя бы с ласта упадет. Что-то заберу себе толковое. Первая пати сбивает косты к крестику. Пока можете потянуть, чтобы за ним не бегать. Супер. Косты, косты, косты. Дальше не проходим. Каст. Хорошо, молодцы. Первая пати остается на костах. Вторая пати. Все остальные переключаются в черепок, к примеру. Все, супер. Что там интересного смотрит кто-то? А это моя смотрит хвост феи. Ага. Сори, просто мне неудобно на кнопочку нажимать. Да нет, все нормально. Не слишком громко? Не. Ну, спасибо. Ну и сори, еще один раз. Давайте прогреваем этого. Вот, люблю такие спокойные, тихие рейды, когда ты можешь поговорить. Никто там
никого не оскорбляет, нету в чате срача. Прям, ну, приятно. Идешь в удовольствие. Это да. Ну-ка ж, поехали. Суету наведите. Раунд. Так, первая пати садится на крестик сбивать косты. Вторая пати на череп. Ну и паршити, конечно же. Так, вы пока там бегаете, я сейчас по меткам раскидаю, надеюсь, что они сработают. Хорошо. Опять же, посмотрите, кто в каком пати находится, это очень важно. Для вашей же безопасности. Так, все глянули, да? Хорошо. А, Шаман, ты можешь обратно в Элима спекаться в второй пати. Танчит у нас, получается, два ДКшника. Кто из вас больше даст? Дека, какой у тебя гир? А второй танк? Кто у нас там? Тоитик. Не, короче, Дека, давай в ДД, тоитик и второй танк. Будет танчить, значит, главным наводчиком. Давай, ты лучше в танке. Потому что... Да, если можно, рыбку поставьте, пожалуйста. Да, поставьте рыбку по пати. Посмотрите, кто в каком пати находится. Сейчас все расскажу и скажу, что это означает. Первая пати бежит к черепу, к меточке. Когда нас притягивает грул, получается, нам надо разбежаться. Нельзя стоять рядышком. Главное, бежать не в толпе, а держать между собой рейнджу. Народ, сразу предупреждаю, если вы умираете от того, что вас притянуло, и вы там плохо встали, вы получаете сразу минус 20 скроллу. Я вас отправляю в шестое пати, и вы уже, ну, на этого босса получаете минус 20 скроллу. Так что, ребят, будьте аккуратнее, разбегайтесь между собой, держите рейнджу, прожимайтесь. Опять же, повторюсь, первая пати бежит в сторону черепа. Это не значит, что вы все бежите вместе в череп. Это значит, в какую вам приблизительно сторону бежать и набирать между собой рейнджу. Второе пати бежит у нас, получается, в крестик. Второе пати, повторюсь, бежит у нас в крестик. Третье пати бежит у нас в квадрат. Вы также абсолютно становитесь по этому кругу, то есть полукругу, ну, чтобы вы понимали. Четвертое пати бежит у нас в луну. Хорошо. Так, пятое пати Эрдру бежит у нас, получается, в крестик. ДЦ, бежишь у нас в луну. Так. Ботаник бежит у нас в квадрат. И второй Эршама бежит у нас в череп, в сторону черепа. То есть, ребят, опять же повторюсь, вам нельзя стоять вместе. Вам надо стоять между собой на рейнже РТД зона, мили зона. Я на себя кидаю меточку, мили зона. Кто будет стоять не в меточке и будет получать лишний урон, на мне будет луна, то также могу наказать минус роллом. И обижайтесь, не обижайтесь, но так оно будет. Давайте там, все еще. Там Рога спрашивает, первая пати куда бежит? Первая пати бежит в сторону черепа. В сторону черепа. Это не значит, что вы все забегаете в череп, а просто в эту сторону. А по поводу напулов, смотрите, первый напул у нас идет, получается, в печеньку. Все остальные напулы по КД вы отдаете в квадрат в обязательном порядке. Все остальные напулы вы отдаете в квадрат. По поводу истерий, сами просите, сами договаривайтесь с ДКшниками, мне без разницы. А Гера у нас будет после первой притяжки. Я скажу, когда ее дать. Все, чек на баф еще один раз. И на пул. Мили-зона вся стоит в луне. РДД-зона держит между собой рейнджу. Когда начинается камнепад, вы должны в обязательном порядке выйти с лужи. Нет, буду смотреть информацию о вашей смерти. Ну и также буду наказывать. А теперь ДК, танк, квадратик.
А зубы будешь отдавать на 12-й стак. Потом отдает у нас первая пати паладин. Первая пати паладину. Отдаешь ты, прожимаешь бабл, отдаешь капельку в танка на 13-м стаке. МТ у нас идет печенька. Так, ретро пал второе пати. Ты отдаешь, получается, на... Наверное, на 13-м стаке. На 14-м стаке, да, на 14-м стаке отдаешь, получается, тоже бабл и капельку на танка. Можешь, на поглощение его урона. И холи пал ты отдаешь, получается, если что, на 16-м. ДК танки. Убедительно вас прошу, все прожимки сразу не отдавайте, постепенно. У вас они должны откдешиваться, я вас верю. У нас ДПС в рейде хватает, так что я думаю, до 15-го стака мы стабильно убьем. Так что, как-то так. Все, чек на баф, на пул. Так, прошлое, когда у нас был рейд послабее. Намного слабее. Снова чек на баф, на пул. У нас сейчас очень хорошо рейд собран, то есть по гидру, по ДПСу. Танки пошли на пулу, пошли в печеньку. Все на пулу сейчас пошли в печеньку. Вся милизона стоит, получается, в луне, в одной точечке. Фрост ДК этот, Олег. В луну встань, пожалуйста, спасибо. На полу следующие все идут, вот. Хорошо, замечательно, вижу. На второго ДКшника передвинулись, на вторую. К луне, вся милизона передвинулась к луне. К луне, к луне, не стойте в камнепаде. Давайте, разбежали, взяли между собой ренжу. Свои сефа-билочки прожали. Сефа-билки в обязательном порядке прожимаем. Смотрим, кто умирает. Никто не умер. Красавцы, Гера пошла. Все, давайте, встали все в луну. Милизона вся встала в луну. В луну милизона вся. Не просто так, а ноншо это. Фрост ДК. Ретро пал. Фух, хорошо. Будем отправлять вас. Значит, какое пати? Шестое. Да. Так, кто у нас там стоит? Эрнерчик. Шестое. Это предупреждительные пока. ДК. Минус 10 кроу ты получил. О! Замечательно. Соображает. Спасибо за понимание. Бьем. Скоро будет притяжка. И опять же, народ, не просто так я вас наказываю. Не просто так я это анонсу. И четвертый стак. Так. Думал побольше ДПСа все-таки. Да, скоро будет нас притягивать. Кому там к шестому, к седьмому ставку тянет. И все, притягивай, давайте. Взяли ренжу, разбежались. Разбежались. Взяли ренжу, смотрю, кто умирает. Сефа-билочки прожали. Бах, все живы? Супер. К луне, милизона. Супер, вы молодцы. Передвигаемся, передвигаемся. Все за луной, вся милизона передвигается также. Передвигаемся за луной. Под вторую ногу. Все
мой стак. Перебежали, мелизоны перебегают, перебегают, не получаем лишний урон в луне. Плохо, плохо идет. Только половину сняли, а только... Да, 16-й, 17-й стак. Только половину сняли. Куда собрали? Передвигаемся. Мелизона, к луне, к луне. К луне, где я стою, там не бьет. Для чего это делается? Потому что кидается на разные места. И если вы стоите разрозненно, может попасть так, что мы просто некуда нам будет в мелизоне встать. Так, скоро будет притяжка. ДК, вы свои прожинки пока экономьте, потому что скоро пойдут. Дядь, разбежались, разбежались. Ух, ё. Прожали сефа билочки. Ой, херово как встали. Ух. Бах. Я умер. А чего меня сложило? Минус 20 получил. Сам виноват. Да, сам. То есть меня это также абсолютно касается. Только я не понял, как я умер. Ну ладно. ШВ надо нажать. Нажал. Под ШВ убил? Угу. Так и рядом со мной тоже никого не было. А, это Клив. А он разве кливает? Нет. А, да, он пишет. Да не кливает он. 11-й стак. На 12-й. Надо уже совочки отдавать своим. Да зачем верить, так затянете. А, так, по шаману, шама, сам встанешь после лужи. Нам ДПС так-то пригодится твой. Ну. Сейчас, прохил ДК, давайте уже с авофобилочки. Зубы на 13-й стак, ДЦ отдаешь. По поводу БР, Эрдро, БРишь, получается, меня, а кошак БРит, получается, шамана. 13-й стак, 13-й стак. Да. Паладины капли умеют кидать? Выходим, слушай. Прожимайтесь. Капля второй апати. Ретропал. Тебя. 14 стак уже пошел. А что такое? Чё ж именно сейчас? Сефа билочки прожали. Каплю холипал. На 15-й стак. Передвинулись. Бабл и каплю на танка нашего, мейн танка. Прохиливаем, прохиливаем хилы. Так, за... Передвигаемся, передвигаемся. Зубы есть? На 16-й стак, кого там бабл есть и тому подобное. Отверни, нам некуда в мелизоне встать. Подверни чуток. Все, вот так, супер. Встали, луну. Прожмитесь, прожмитесь. Тэфа билочки, все, сейчас начинаем сжаться. Если есть зубы, кидаешь на ДКшника мейн танка, печеньку. То не надо уже, заебитесь, красавцы.
Ну, штаны не упали. И с ним. О, топор. Топор твой упал. Да, он будет анролом. А, потому что ты упал. Не инфу о смерти линкуй. Информация о смерти, никто ничего не ролит. Кто начинает просто так ролл кидать, просто у меня в чесик, и я не вижу, что ты ролишь. Инфу о смерти я жду. Информация о смерти. Если не скидываешь, также остаешься в шестом пати. Ты, шаман, ты себя мог сам прохилить. Также не прохил, это не касается. Смотри, я РЛ, которого тоже, можно сказать, не прохилили на тот период. И я себе также в минус 20 ебал. Так что это не вина хилов, это вина того, что ты не смог выйти тогда с лужи, которая наносит урон. Больше здесь ничего не наносит урон. Поехали ролить. Олег, стой, стой. А ну нахуй, как так-то, блядь, один раз слов упал. А тут по-иначему, походу, только токены не сролишь, только сотка. Да, только сотка. У меня в том рейде то же самое, сотками забирали люди. Олег, обмен в луне. Пиздец, первый раз упал такой ролл, блядь, и нахуй. Всем спасибо, всем удачи. Да, да, спасибо за рейд. Поставьте, пожалуйста, портал на... А, вот есть. Я сейчас токены раздролю, чтобы вас не задерживать. Один. Белла. Да, пока Вэллу никто не перекинул. Да, молодец. Не ролили еще, да? Так, это что там, штаны, да. А что-что? Один хантовский пароль или плечишь? Ну все, я отсюда отлетел немножко. Груда кролем. Да, это пизда просто. Ёбаный свет. Фейка. Пацаны, подарите токен на ханта. Не спеши. Раз. Два. Три. Шесть, первый. Так, ну что, поехали дальше уже. Самая интересная, сумочку ролим. Больше всего не люблю такое ролить. Начинается. А, ДК, выруби, пожалуйста, свой аддон. Потому что он реально мешает пиздец как. 97. Да вон тебе другой аддон нормально говорит. Подожди. 97. 95, да, дерка. Лице. Обмен. То он через один, вот видите, то, что кидает, типа, я же смотрю так, глазками. Ролим. Голову. Ну, конечно же, 93. 90. 93. Первое место пока. Подожди. Раз. Два. Три. Ретро пал, да, кольцо тебе идет. Все, нету его. На. Без проблем. Народ, понимаю, может кому-то не заходит, но я не имею права не отдать, если оно ему на спек подходит.
Так, ролим голо. Я не знаю, я только на трансмут и то фигня. Там, на энха, может, кто-то хочет. Бляха-муха, я не с тем топором был, что ли? Я тут думаю, чё у меня нихера не... Сделай вид, что этого не было. 97, давай. Как я так мог? Так, шею ролим. РДД. Сэгджем. Так, еще секундочку, перепроверка, да, обмен. Ждем. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Не с острова, не с острова, хорошо, на. Бля, я с собой за этой шеей хожу, херово тучу времени. Ролим жезл. Драйвен Манин. Драйвен Манин.